Слышал ли ты когда-нибудь о звездах, которые взрываются каждые 80 лет и при этом не умирают? Сейчас мы станем свидетелями уникального космического взрыва, который будет виден отовсюду. В отличие от сверхновой, при которой звезды сгорают полностью в гигантском фейерверке, старая звезда тоже может производить так называемые нововзрывы. Это зрелище точно так же стоит того, чтобы его увидеть, и мы видим его не только один раз, но и снова и снова. Новая звезда в системе Корона Бореалис вот-вот взорвется, и нам не терпится увидеть ее. Многие люди мечтают увидеть новую невооруженным глазом с Земли. Новообразования — это огромные термоядерные взрывы, которые на короткое время освещают звезды в 1500 раз ярче. Вероятно, мы увидим грядущую нову как одну из самых ярких точек света на ночном небе в течение нескольких недель. Это отличная новость для любителей космоса. Такое астрономическое удовольствие действительно случается не каждый день. Ти-корона Бореалис взрывается примерно раз в 80 лет, последний раз в 1946 году, и теперь это должно произойти снова. Этот небесный взрыв обещает стать одним из самых ярких и поразительных небесных событий десятилетия. Нова возникает, когда две звезды в бинарной системе взаимодействуют друг с другом причудливым образом, выделяя огромное количество энергии. Затем это приводит к взрыву и внезапному увеличению яркости, так что на небе появляется новая звезда. Новые звезды не только увлекательны для наблюдения, но и крайне интересны с научной точки зрения. Порой просто невероятно, что происходит в нашей Вселенной, и каждый, кто узнает истинную подоплеку новой, будет поражен. Действительно ли нова — это рождение звезды? Наверное, все вы знаете происхождение термина «нова». «Нова» происходит от латинского и означает «новое». Тихо Браге, знаменитый датский астроном 16 века, придумал этот термин, когда внезапно заметил на ночном небе новую, очень яркую звезду. Он назвал это явление «Стелла Нова» — «новая звезда», или позже просто «нова» для краткости. Для Брага с техническими возможностями того времени это действительно выглядело так, будто родилась новая звезда. Однако то, что наблюдали астрономы в то время, было не рождением звезды, а бурным извержением с последующим термоядерным взрывом в уже существующей звездной системе. На самом деле нова — это довольно короткая, но чрезвычайно яркая вспышка звезды типа белого карлика. Белые карлики образуются, когда звезды размером с наше Солнце израсходовали свои запасы топлива. Вместо того, чтобы взорваться, они теряют значительную часть своих размеров и сжимаются. Белые карлики, существующие в бинарных системах, в этом случае могут обладать свойством высасывать материю из звезды партнера. Как только достигается критическая масса, происходит взрыв, который мы потом можем наблюдать как нову. Разница между новой и сверхновой проста. Нова образуется в бинарной системе, где белый карлик накапливает материю от звезды-компаньона. Белый карлик не уничтожается при взрыве. Он может даже породить несколько новых звезд в течение тысяч лет. Сверхновая — это гораздо более интенсивное событие, при которых звезда полностью уничтожается взрывом. Сверхновая типа 1А — это особое явление, которое похоже на простые новы. И снова в них участвует белый карлик. Однако в этом случае белый карлик накапливает столько материи, что уже не выдерживает этого финального взрыва и распадается. Самыми яркими сверхновыми являются сверхновые второго типа, в которых на исходе своей жизни коллапсирует массивная звезда с массой не менее 8 солнечных масс. Яркость новой впечатляет, но она гораздо слабее, чем у сверхновой. То, что мы вскоре увидим, это простая нова небольшого белого карлика, который не погибнет в процессе, но подарит нам великолепное световое шоу. Когда придет время, белый карлик продемонстрирует внезапное увеличение яркости более чем в 1000 раз. Обычно такие события видны только в телескопы. Но в данном случае нова находится так близко, что мы можем увидеть ее своими глазами. В принципе, яркость новых и сверхновых, которые мы можем увидеть с Земли, всегда зависит от расстояния, от того, насколько они далеки. Близкая нова может показаться нам ярче, чем очень далекая супернова. Следующей суперновой, которую можно будет увидеть с Земли, станет взрыв звезды Бетельгейза. Исследователи пока точно не знают, когда это произойдет. Возможно, завтра, возможно, не раньше, чем через несколько тысяч лет. Однако мы обязательно увидим новую звезду белого карлика Ти-корона Бореалис, а следующая почти наверняка наступит через 80 лет. Прекрасно видна, несмотря на расстояние в 3000 световых лет.
На самом деле это просто невероятно. Ти-корона Бореалис находится от нас на расстоянии более 3000 световых лет. И тем не менее мы сможем очень хорошо разглядеть его невооруженным глазом. Бинарная система расположена в созвездии короны Бореалис. Этот белый карлик — чрезвычайно плотный, компактный остаток бывшей солнцеподобной звезды. После того, как исходная звезда израсходовала свое ядерное топливо, ее ядро разрушилось, внешние слои были выброшены, и остался белый карлик. Звезда-компаньон, из которой белый карлик извлекает материал, — это красный гигант. Эта звезда также приближается к концу своей жизни и начала расширяться. Эти внешние слои постепенно притягиваются к белому карлику и накапливаются, пока не создадутся условия для термоядерного взрыва. Тогда этот взрыв резко увеличит яркость белого карлика и подарит нам новую звезду. Согласно прогнозам, Нова достигнет яркости около 2,5 магнитуды. Это значит, что видимая новая звезда затем будет одним из самых ярких объектов на ночном небе в течение нескольких дней или даже недель. Даже если ты живешь в городе и в местах с высоким световым загрязнением, ты сможешь увидеть яркую точку на ночном небе невооруженным глазом. Созвездие Корона Бореалис также называют «Северной короной» на некоторых немецких звездных картах. Ты легко найдешь это созвездие, потому что благодаря своей полукруглой форме его очень легко распознать на северном небе. Оно находится между двумя несколько более известными созвездиями Буца и Геркулеса. Если ты посмотришь между ними, то увидишь несколько очень ярких звезд, образующих дугу. Это и есть корона Бореалис. Самая яркая звезда в верхней части дуги — Альфека, которую иногда называют Геммой. От Альфеки ты сможешь легко проследить за остальными звездами дуги и без труда узнаешь все созвездие Северной короны. Лучше всего сейчас посмотреть в этом направлении и запомнить созвездие. После взрыва там будет видна очень яркая новая звезда. Это и есть новая звезда. Лучшее время для того, чтобы увидеть новую звезду, будет поздний вечер, когда корона Бореалис будет высоко в небе. Термоядерная катастрофа каждые 80 лет? Это безумие. Мы наслаждаемся фантастическим сиянием на Земле, а на самом деле в этом мире, находящемся на расстоянии 3000 световых лет, происходит разрушительный ад. Надвигающаяся новая звезда в системе Ти-корона Бореалис — это событие, которое происходит в определенной последовательности каждые 80 лет. Первое известное извержение Ти-корона Бореалис наблюдалось в 1866 году. В это время на ночном небе внезапно появилась яркая звезда, которую заметили и зафиксировали многие астрономы того времени. Это явление повторилось в 1946 году, ровно через 80 лет после первого наблюдения. Извержение 1946 года было изучено астрономами всего мира еще более детально. Дальнейшие исторические отчеты аббата по имени Бурхард фон Урсберг от 1217 года показывают, что Нова сопровождает человечество очень долгое время. Бурхард фон Урсберг отметил необычную яркость в области корона Бореалис. В последние годы астрономы наблюдают повышенную активность в системе Ти-корона Бореалис. С 2015 и 2016 года неоднократно наблюдались необычные колебания яркости и резкое увеличение радио- и рентгеновского излучения. И то, и другое — явные признаки приближающегося извержения. Наблюдения также похожи на активность, зафиксированную астрономами во время более ранних извержений в 1866 и 1946 годах. Уже в 2018 и 2023 годах наблюдались заметные колебания яркости, которые заставили исследователей сесть и обратить внимание. Они сравнили свои документы с данными 1946 года и обнаружили поразительное сходство. Эти повторяющиеся признаки почти наверняка указывают на то, что следующее Нова произойдет в сентябре 2024 года. Тогда мы можем увидеть светило, которое в течение нескольких недель будет одним из самых ярких на ночном небе. Вероятно, после этого взрыва этот белый карлик породит еще много новых звезд. Возможно, пройдут миллионы лет, прежде чем он полностью разрушится или спровоцирует сверхновую типа 1А. Мы не знаем точного количества возможных новообразований. Для этого мы наблюдаем за явлением недостаточно долго. Ученые в ходе моделирования рассчитали, что количество и периодичность появления новых звезд зависит от нескольких факторов. Помимо количества накопленной материи и эффективности процесса аккреции, это вращение обеих звезд, а также зависимости, которые эти две звезды имеют друг от друга.
В системе периодической новой звезды, такой как Ти Корона Бореалис, белый карлик постоянно притягивает материю от своей звезды-компаньона, красного гиганта, и эта материя затем формирует аккреционный диск. Масса постепенно достигает поверхности белого карлика. Теперь, конечно, возникает вопрос, почему эта высосанная материя затем взрывается? Накопленная материя на поверхности белого карлика состоит в основном из водорода. Когда масса этого водородного слоя достигает критической плотности, начинаются термоядерные реакции. В результате реакции выделяется огромное количество энергии. Думай об этом как о гигантской водородной бомбе. Когда она взрывается, происходит внезапное взрывное усиление яркости, и нова становится видимой. Мы с нетерпением ждем еще большего количества новых звезд. Системы с белыми карликами и красными гигантами — это настолько экстремальные места, что они наверняка уже необитаемы, так что мы можем продолжать невинно наслаждаться красотой нова. Хотя сейчас все внимание приковано к Ти Корона Бореалис, мы можем сообщить, что скоро появятся новые новы и в других звездных системах. Еще одна периодическая система новы — Арес Змееносца, которая состоит из белого карлика и красного гиганта. Последнее извержение произошло в 2006 году, а так как периодичность этой системы составляет всего около 20 лет, то следующую новую звезду мы увидим уже в 2026 году. В системе Ю-Скорпиона взрыв происходит каждые 10 лет, но поскольку эта система находится от нас на расстоянии 47 600 световых лет, тебе понадобится хороший телескоп, чтобы стать свидетелем следующего сигнального зрелища. Жми на подписку прямо сейчас и постоянно жди новых видеохитов.